Нахожусь на платформе номер 5 второго пути, откуда через минут 10 мой поезд двинет на Железногорск Илимский, куда я поеду впервые выступать со своим творчеством. Я одинокий странник по кабакам да барам. Мне многого не нужно, свобода да гитара. Лечу, как лист осенний, ну а куда не знаю. Я одинокий странник, моя судьба такая. Усть-Кут, подъезжаем к Железногорску Илимску. Света в Братске подсела, и мы уже почти на месте. Я очень рада, что мы сделали не только в Братске концерт, мы уже пытаемся, я, во всяком случае, пытаюсь организовать в другом городе, и это радует. Я благодарю всех, кто откликнулся, чтобы прийти на этот концерт «Магнетит», ресторан города Железногорска. Молодцы! Друзья, ну что ж, я нахожусь уже в номере, вот такой вот простой номерок, куда я только что приехал с вокзала. До концерта осталось полчаса, а мне нужно еще помыться, привести себя в порядок и подарить свои песни публике. А завтра с Братска я на автобусе до Тулуна, а там у меня концерт в ДК «Прометей». Тулун встречает, доедет целенький.